У елки новый фетиш. Да? Она уже который день почему-то предпочитает сидеть на табуреточке и смотреть в окошко с нее. Я не знаю почему. Почему, Ёль? М? Тебе в окошке там с окошка дует, что ли? Сова. Ты в итоге всю табуретку уже какашками перепачкала. Это не культурно. Да, надо на газетке. И коврик зачем ты так стянула? Ты с него упала? Но я хочу его расстелить. Не глупи. Вот. Сова. Ты его покусала весь еще, да, зачем-то? Вот это же кусочек от коврика. Кто это сделал? М? Лягушечки, наверное, да? Елочка. Мурлок, не жужжи сычами. Ты их всех разжужжал. Вы чего, гнуси? Вас Мурлок напугал? Все, время убивать, скажи. Не надо убивать. Возмущенная Ёль с игрушечками, да? Держи. Да чё ты? Ух. Лови ее. Ты что-то не то побежала. Тебе нужен мячик с веревочкой? Нам сегодня прислали мячики с веревочкой. Я сейчас буду распаковывать. Держи. Да лови ее. Ёль. На, бегемотик. А, нет, это носорог. Держи. Ты не в ту сторону прыгаешь. Но сейчас она за это прыгнет на меня. Она очень это... Она знает, что это я кидаю. Может потом подойти и мне влепить за это. Ну, не влепить, конечно. Так, попробовать меня также напугать. Ёль, держи. Угу. Сейчас я принесу подарочки. Да? Ви, распаковочка. Котомочки. Куда ты? Ой, блин. Так, это... Вот бывает вот так, да. Вообще, у меня Чучундри однажды взял и перевернул целую кружку со сладким кофе на крутую игровую клавиатуру, и вон ту мышь. Мышь я смогла реанимировать, а клавиатура благополучно почила, причем она была действительно крутецкая. Ах. Ёль, мне нужна тряпка. Распаковка отменяется. Ты... Козёль! Да, у меня тут есть тряпка. Это был мой кофе. Фе. Ну, в клавиатуру на этот раз не попало. Это ёлкина какашное полотенечко. Да. Все. Все безобразие. Сейчас. Ну, это обычное дело. То есть, если я ставлю полную кружку с чем-нибудь на стол, елочка своей жопонькой так его шатает, что периодически все разливается. Ну, ничего страшного. Я как-то спокойно к этому отношусь. Так, дальше распаковочка. Иди сюда, сова. Это мои новые покупочки. Мои перчаточки. Это... Неявная реклама, да, мой любимый магазин. У меня там просто сестра работает, у меня там хорошо. И вот они, подарочки. Запрещенных к пересылку вложений нет. А, так, это мои новые термоштанишки, чтобы не мерзла попа. И вот это я уже достала из пакетика, так как мне некуда было класть. Вот, это... Это тоже мне прислали. Вот, одна из Твери, а другая из Всеволожска.
По-моему, так этот город называется. Или... Мне нужно что-нибудь острое. К вопросу, зачем мне нож над кроватью? А вот чтобы резать подарочки. И, ну и, конечно же, да, как обычно, одной рукой все. Ёль, не угу. Ладно? Сейчас. Вот, я, кажется, зафиксировала телефон. Лучше не видеть, как я это сделала. Но... Мы не будем жалеть пакетики. Это те самые штучки. Ничего себе. Ёлочка там собралась в окошко. Крутота. Вот. Теперь он... Ёль, смотри. Ой, ничего. Это вот даже вот такое. Это можно кидать в сову. Не, не надо кидать сову, а то она может упасть. Олег, спасибо. Они клевые. Причем клевые веревочки. Нам уже присылали такие. А так, это явно гнусям. Вот. Это личинка. Шарика. Как они там? Обезьяне у кулака. А, так, это раз. А это вот два. Я не знаю, что здесь. Вообще, я не помню. Надо посмотреть. Эть, Ёль, что ты там делаешь? Так, это наклеечка не отсюда, это с перчаток. А, я, да, все, я поняла, тут тоже шарики, это же из Твери. Это же, да, это из от Александра, нашего кожевенных дел мастера, который делал нам крутецкий браслетик. Так, ну, я лошара, я не умею открывать аккуратно. Ёль, рано еще. Еще мячики, вот это уже для гнусей. Ой, и клевый паракорд. У нас теперь есть фиолетовый паракорд. Ну, это гнусёвый, вот, получается. У меня прям сегодня получается шариковый день. А это уж точно для елки. Вот. Классно. Спасибо, ребята. Вы клёвые. Я, конечно, елочки это отдам, но на самом деле они нравятся мне. Ёль, маленькие я тебе давать не буду, чтобы ты их не проглотила. Это мы дадим гнусям. А ты, на, иди, держи. Смотри. Держи. Все. Теперь будешь ходить прятать. Да? Уже не угу. Ну, отлично просто. Так, а что делать с маленькими? Надо всем раздать кому-нибудь. Ну, гнусей для этого надо выпустить. Как это делается, я так и не поняла. Мне надо, чтобы кто-то прям живьем показывал. Клёвый. Загадочно. Гнуси! Гнусь! Вон ты, смотри. Сейчас. Нас хоть... Ну и гнусь от камеры прячется. За юйнёй. Гнусь! Гнусик. Вынь голову. Дурак. Гнусики.
Юйка. Я вам тут, ладно, оставлю вам на расчленение. Это Мурлок там бедный, Ёль. Чё, ты его в темноте не узнала? Он, наверное, хочет домой, а меня на кухне нет. А здесь он боится. Ёлочка, это наш котик, ну чего ты? А это я! Офигеть! Чего ты? Давай Мурлока позовем. Иди сюда, кот. Вон он там сидит, бедненький. Позовем кота. Мурк, иди сюда. Мурлок. Котик. Иди сюда. Кс-кс-кс. Ну что ты там тупишь? Там адски холодно. А ты хочешь, да, туда? Вместе с Шариком. Глупая сова. Пойду Мурлока запущу через кухню. А он уже тут. Даже звать не надо. Давай, залезай. Где ты там? Ниндзя. Юль, почему, когда я беру камеру в руки, ты сразу это замираешь и смотришь? Я же ничего не делаю. Давай, ходи дальше. Юль. Я даже на тебя не смотрю сейчас. Я глажу котика. Он холодненький. Когда я не смотрю на сову, у меня все кривенько снимается. Похоже на какой-то ослиный такой. Иа. Да? Ладно, не тупи, сова. На улицу рано еще. Через час пойдешь. Ого. Ты забыла, зачем шла? Ёль. Вот. Прекрасная тупенькая птица.
ты на него наступила. Все, положила. Ну теперь угу, у тебя качественная, молодец. Можно делать вот так. Нет. Нельзя делать, скажи, да? Чё это вы скажете? Угу. Ну прям вообще, дай. Мои шары, скажи. Ну теперь елки обтаскаться, обыграться. Я не успела снять, как она их ножку взяла. Дай. Хватит. Это же клёво, Ёль. Да? Держи их. Смотри. Ой. На. Ты держи. Не? Угу. Держи. Возьми. Вот. Ну ты вот никогда их так. Опять в ногу взяла? Покажи. А, нет, ты просто положила. У тебя там складик, да? Ну ладно. Ну это у нас испытание маленькой фиолетовой фигни. Давай. Ну ты уже сильная сова, тебе надо большие, а это маленьким оставь. Такие звуки прикольные сдаешь. Да? Опять зависла. Ну, сова. Опять в ногу взяла. И не показала как, да? Таинственная сова. Он где там поместился хоть? Давай. Все. Наигралась. На самом деле с этой фиолетовой штукой она сидела минут 20, пока я там уже видео монтировала. Вот. И сняла только, когда она с ней побежала. Давай свои прощальные угу, а то мы уже на 20 минут тут наснимали, да? Ёль, ну? Чудесно, ты молодец.